Всем привет! Сегодня на канале у меня будет очередной обзор посылок из Китая. Вот пришла мне вот такая посылочка, сейчас будем ее раскрывать. Ну и плюс к этому расскажу, у меня есть новости касаемые моего канала. В общем, как-то вот так, такое видео получится. В общем, по посылочке. Посылочка касается именно моей камеры. Это будет такой аксессуарчик, я его давно ждал. Все там, правда, копейки, но... Как мне один из моих подписчиков сообщил, что это вещь незаменимая при видеосъемке в ветреную погоду. Это будет вот такой мешочек интересный. Первый раз такой вижу, кстати. Вот так он раз и закрывается. Так, это вот такой поролоновая защита, ветрозащита для камеры Xiaomi UE 4K. Так, к новостям. Новости у меня не очень хорошие. Ну, во-первых, у меня моя стационарная камера Canon Legria HFR37. Она уже, во-первых, не соответствует техническим требованиям. И плюс она у меня уже сломалась. Я думаю, как мне сказали, что ее не стоит ее ремонтировать. Это будет ремонт сейчас, наверное, примерно такой же самый, как и стоит сама видеокамера. У меня проблемы с экшн-камерой. Ну, здесь есть и по моей вине, и не по моей вине. По моей вине, что я ее один раз утопил в кружке чая в горячем, и у меня вот при записи отсутствует частично иногда правый канал звуковой, так? Ну и плюс к этому, в чем не моя вина, то, что ее я случайно другу отдал, и он ее уронил на пол, в итоге мне треснул мой... сам дисплей, там некоторые функции не работают. И плюс к этому, не знаю почему, но вроде бы сама матрица все чистенькая, но идет такое небольшое, но пятно в середине экрана. В общем, не знаю, что с ней делать. В принципе, видео такие почему-то получаются по качеству не очень хорошие. Но у меня сейчас такая ситуация. Я сейчас пока безработный, да, у меня есть там какой-то приработок небольшой, но он только покрывает такие, чисто такие небольшие мои затраты. А вот хотелось бы, если вот у кого есть какие-то вот, не то чтобы лишние, а вот хочет сделать какой-нибудь донат, то есть у меня сейчас есть сайт, вы можете там или на Яндекс деньги, ну или под видео там есть WebMoney, или там Сбербанка карточка, отправить мне какой-то донат именно на чисто на покупку или, как сказать, доплату до приобретения камеры, потому что, ну, как вы, то, что мне вот писали сообщение, что, конечно, качество, ну, вообще никакое с этой экшн-камеры. Во-первых, такой вот кружочек, да, мутный. Я ходил к специалистам, мне сказали, что тут, если пробовать ее чинить, то у меня же разбитый этот дисплей, плюс я ее утопил. Тут как бы резона как бы особого нет, нужно куплять. Думал, хотел покупать себе бушную камеру, но так как вот я сейчас пока безработный, частично... Приходится пока довольствоваться этим, и хотел купить бушную камеру, но она стоит сколько? В районе минимум где-то $150, 140, да, 140, наверное, где-то вот так. В общем, такое, если у кого будет желание помочь, пожалуйста, вот у меня есть, кстати, сайт, я сделал, там во футере будет Яндекс деньги, то есть какой-то донатик. Все деньги пойдут именно на какие-то вот... Не на какие-то, а первостепенно это, наверное, замену камеры, потому что одна камера у меня стационарная уже отпадает, и экшн-камера, она, ну, можно, да, ей снимать, но уже, ну, качество вы можете сами наблюдать. Сейчас я записываю со своего смартфона, но со смартфона не будешь записывать, к примеру, там же те какие-то, допустим, там динамические сцены, так как здесь стабилизатора нету, будет все трястись, это как бы тоже ни о чем. Далее, я вот сейчас занялся именно тогда вот из-за этого, что, так что видео сейчас я пока не снимаю, потому что проблема с качеством камеры. Я буду заниматься пока не то что своим сайтом,
пока я изучаю там различные технические составляющие этого, но несколько статей я туда уже наполнил, да, залил. Ну, если у кого тоже есть какие-то либо, ну, не знаю, там, поправки или какие-то есть мысли, то присылайте на почту admin@deadline.ru. Ну, на сайте там будет всегда мои контакты. Можно и просто ВКонтакт, профиль там из Фейсбук, различные, Вайбер. Или можете, хотите на какую-нибудь статью сами написать, тогда я все отредактирую и именно на сайте выложу. В общем, вот как-то вот такие вот новости, пока вот я вот в таком вот бедственном, что из положений. Все мои деньги, которые я накопил, я все истратил на велопутешествие по России. Но теперь как бы денег уже, как говорится, нет, как говорил Медведев. В общем, вот такие вот новости. Вот как-то вот так. Всем пока.